Так, вот он. На месте происшествия установлено, что все вещи ребенка разбросаны в трех местах на общем расстоянии 33 метров. Все места расположены на одной неровной тропе. В двух местах вещи хаотично забросаны грунтом, а часть вещей обнаружена под ним. В ходе осмотра найдена обувь и все фрагменты одежды, в которой находился ребенок на момент исчезновения, кроме головного убора. В одном из мест обнаружения одежды при тщательном исследовании грунта обнаружены три фрагмента костей, предположительно человека.